Василий Швец провел прием граждан. Анапчане обращались к мэру города по вопросам застройки и благоустройства территории, ведения предпринимательской деятельности, о чем еще говорили, что решили далее в сюжете. Активист-общественник Арман Григорян поднял тему, которая волнует многих анапчан. Это будущее территории в районе Анапского шоссе и улицы Мирной, по которой мэрия сейчас судится с застройщиками, пытаясь освободить земли и не допустить точечной застройки. Посмотрите мне юридически и физически, почему такое принято решение. Пока сейчас еще дом не сдан в эксплуатацию и не до конца еще здесь можно пройти благоустройство, внести корректировки, изменения. Дайте мне их. Глава курорта отметил, что развитие этого района будет обсуждаться с анапчанами и общественным градостроительным советом, состав которого мэр пригласил заявителя. Еще одна тема, озвученная Арманом Григоряном. На улице Парковой при строительстве жилого комплекса спилили деревья. Вызывает обеспокоенность и попытка превратить тротуар в парковку. Мэр Анапы поручил своему заместителю Дмитрию Мариеву вместе с муниципальным контролем и заявителем побывать на месте, изучить ситуацию и принять решение, возможно, внести в проект благоустройства изменения, чтобы обезопасить пешеходов. Взамен спиленных деревьев застройщик проведет комплексную высадку в большом количестве. В будущем вся застройка, которая здесь будет вестись, она будет вестись комплексно через проекты планировки территории, которые будут согласовываться в том числе на градостроительном совете. Если у вас есть юридическое или градостроительное образование, в том числе я вас приглашаю даже в градсовет официальный наш городской. Предприниматели Сергей и Ольга Гладких, работающие на ярмарке на Северной, озвучили волнующий их вопрос с арендой торгового места. Решение проблемы предстоит найти вице-мэру Виталию Воронову. Поручаю вам туда выехать в ближайший день-два. В понедельник на утренней планерке мне доложить обстановку и ситуацию. Но я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, Яков Сергеевич, и вы тоже. Суд – это все понятно. Но я всегда против разбирательства в судах до тех пор, пока не урегулированы или не исчерпаны все возможности в административном, в гражданском, в общем, в нашем, то, что у нас в наших компетенциях. Суд – это крайняя инстанция. Также заместители обсудили с мэром необходимость в реконструкции ярмарки. Сейчас она не соответствует облику современного курорта. Василий Швец сообщил, что в скором времени планируется встретиться с работающими на Северной предпринимателями и совместно обсудить будущее ярмарки. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал.